Вот прошло еще немножко времени. Вот он сейчас освоился более-менее и кидает мультипликаторную катушку. Давай, давай, Богдан, показывай, как ты. Легко кидать? Да. Ну, ты еще с забросом, у тебя проблемы, но уже более-менее он кидает. Ну, сколько вот мы? Минут, наверное, 15. Я ему обычно забрасываю. Маяк, ну-ка, сиди отсюда. Обычно забрасываю ему. Ну-ка, я тебе сейчас. Ну-ка, иди туда. Иди туда. Вот. И он потихоньку, потихоньку, потихоньку уже забрасывает. Вот, не спеша. Бороды тоже есть. Но все равно вот он сидит, я его посадил. То есть он берет катушку, как ему удобно. Богдас перекрутил опять, там чуть-чуть освободи. Вот. Давай, оп. Ну, то есть так, потихоньку получается все. Не спеша. Все равно все вперед. Так еще покидает 3-4 дня. Тут к спиннингу надо к этому приноравливаться. Он такой мягкий, то есть тоже моментов хватает. Плавный заброс. Ты быстро забрасываешь. У тебя, видишь, ты отпускаешь, у тебя летит вниз. То есть у него вот еще проблема, то есть он не контролирует. То есть момент, когда пальчик нужно отпускать, то есть у него получается, он кидает, а у него летит вниз. А нужно кидать вверх. Так что вот как-то так. Но все равно все вперед. То есть, да? Но у меня что-то клюнуло. Да что у тебя там клюнуло? Камень у тебя там клюнул на 100 килограмм. Что ты можешь там клюнуть у тебя? Давай учись, давай. Ты пальчик это отпускай. Тебе надо далеко кидать, а ты кидаешь вниз. Вот. Но тоже недалеко. Не торопись. Освоился более-менее? Видишь, вниз опять кидаешь. Надо подальше кидать. Борода образовалась. Вот теперь распутывай бороду. Не торопись. Вот. Так что бороды тоже бывают. Потихоньку, потихоньку разматывай давай. Ну все, сейчас я иду к тебе, давай. Сейчас иду, подожди. Вот так вот, на самом интересном месте.